смотри. Значит, доезжаем до края цистерны. До края. Высыпаемся. Ты останавливаешься, начинают работать заряды. Там начали отрабатывать взрывы. Отработали взрывы, немножко подождали. Отработали взрывы, смерчики. Собрали. За месяц до 9 мая в Тюсово-Недельске съехались реконструкторы одного боя, одной войны. Историки говорят, что события воссоздаются ими с большой степенью достоверности. Возможно ли в принципе воссоздать то, что было в Долине Смерти 75 лет назад? Да и нужно ли это воссоздавать? Как говорил один из ветеранов воспоминаний, да, вот как раз-таки Любанской операции, да, когда они поняли, что действительно ситуация безвыходная, да, вот вся сущность вот была показана, да, вот это вот кровавого сражения, да, что людей не считали, да, то есть им сказали, как положение безвыходное, обязательно вводите материальное имущество, материальную технику. Людей нам дадут, техники нет. То есть вот это совсем действительно было как-то... Чудовищно. Чудовищно, и вот в наше мирное время, да, это кажется вообще как-то некрасиво, да, когда мы так действительно переживаем за какие-то там трагедии совсем небольшие, да, а когда в день там тысячами гибли люди, да, сейчас это вообще не воспринимается как что-то, да. Не нами было подмечено. Гибель одного человека – трагедия, гибель тысяч людей – статистика. По официальной статистике, безвозвратные потери фронта во время Любанской наступательной операции составили почти 100 тысяч человек. Санитарные – больше 200 тысяч. Только каждый 20-й смог выбраться из котла под мясным бором к своим. Мы не ставим перед собой каких-то невероятных целей, невероятных задач, потому что живем, к сожалению, в приземленном мире. Наша задача очень простая. Несмотря на последние 25 лет, несмотря на то, что вторую ударную начали вытаскивать из забвения и все-таки отделять генерала Власова от бойцов, которые сражались в своих числах, наша задача все-таки продолжить говорить о том, что Власов – это Власов, и его поступки после того, как он попал здесь в плен, это его поступки после. А те, кто сражался в этих болотах, в этих лесах и гиб здесь, они все-таки очень любили свою родину, очень любили всех нас. Очень хотели освободить свою страну от немецкого ига. И мы до сих пор, несмотря даже на то, что 5 лет мы делаем это мероприятие, мы до сих пор сталкиваемся с непониманием в ряде случаев, когда мы говорим, вот мы делаем мероприятие, посвященное памяти Второй ударной армии. А люди говорят, как? Это же Власовская армия. И ты думаешь, я 5 лет говорю о том, что нет, давайте отделять Власова все-таки от бойцов. Да, он был здесь командиром, и да, мы видим там по историческим документам, что в принципе в его поступках в момент командования Второй ударной армии нет предательства. И то, что происходило потом, нас интересует меньше всего. Нас интересует судьбы людей, которые здесь воевали. И если те, кто к нам приходят, хотя бы малая часть этих людей задумается все-таки о том, что Вторая ударная сделала очень многое для того, чтобы мы сегодня здесь жили, это будет уже хорошо. Организацией фестиваля исторической реконструкции занимается небольшая команда очень увлеченных людей. Каждый год с наступлением весны они приезжают в Тюсово-Нетыльский на небольшую площадку с узкой колейкой. Похожая дорога по болотам была построена неподалеку, к началу мая 1942 года. Она шла по узкому коридору прорыва от Финевого луга к Мясному бору и связывала окруженную вторую ударную с Волховским фронтом. Паровозов на той узкой колейке не было, были тележки. Их нагружали и толкали вручную, под нескончаемым огнем, с двух сторон. Вы же понимаете, что героизм на войне, он во многом в мелочах.
Вот. То, о чем говорилось. Выжить в болоте, в грязи и смерти. Не превратиться в животное, которое думает только о сохранении своей жизни. Бороться за жизнь себя и своих товарищей. Основной героизм тех, кто здесь сражался, это не только героизм, связанный с их участием в Великой Отечественной войне, но и с тем, что в тех трагических и жестоких условиях, которые здесь происходили, окружение, голод, большая гибель, смерть и все остальное, они не потеряли веру не только в победу, но и делали все, чтобы маленькими шагами ее приблизить. Мы говорим о том героизме, который позволил немцам в 1942 году не взять Ленинград и отвлечь достаточно большое количество немецких сил сюда. Поэтому, по сути, вторая ударная во многом спасла Ленинград от гибели в 1942 году. В конце 1941 года, после удачного сражения под Москвой, верховный главнокомандующий решил, что пора перейти к активному наступлению по всем фронтам. Согласно плану, уже в начале января Волховский обязан был форсировать Волхов и нанести удар по направлению к Луге. По военной науке наступающая сторона должна превосходить противника в два раза. Атакующей второй ударной не хватало артиллерии, авиации, боеприпасов и всех видов материального снабжения, от питания горючего до теплой одежды и валенок. Основным нашим превосходством было численное. Нам интересно показать именно вот подвиг бойцов второй ударной, потому что до нас никто тоже второй ударной не занимался. И вообще мы, как мы знаем, да, про вторую ударную много не говорили. В том числе. Было не принято. Было не принято, да. Ну и вот одна из наших целей именно показать, что это было неправдой. Что это было одно из таких тоже кровавых, кровопролитных сражений. И тем самым вторая ударная не только не выполнила операцию, да, но это уже были, естественно, просчеты, наверное, командования, да. Но она оттеснила большое количество немецких частей на себя, да, тех частей, которые, в принципе, должны были завоевать город Ленина. Историки говорят, что вторую ударную принесли в жертву, чтобы ослабить давление на Ленинградский фронт. Она активно наступала несколько месяцев, оставляя позади узкий коридор прорыва. В марте немцы бросили под мясной бор свежей части вермахта и отборные части СС. Вторая ударная оказалась в кольце окружения. Сложно себе представить вот именно в тех обстоятельствах 42-го года? Очень сложно, поскольку периодически мы просто собираемся и также, переодевшись в форму, устраиваем полевые выходы, например. Вот в ноябре месяце мы в вечернее время осуществляли марш-бросок вот, от станции Тесова до 12 километров вокруг озера Тигады по лесу. И просто насколько мы устали, мы даже не могли представить, насколько бы смогли бы мы сделать это в условиях войны. С учетом того, чтобы пройти 12 километров и еще после этого не упасть и не заснуть, а еще совершить определенные действия. После окружения без того сложное положение армии ухудшилось. Немцы бомбили круглосуточно. Начался голод. Солдаты варили ремни, хвою, гладали ветки. По жиже весенней распутицы ходили в раскисших валенках. Умирали от ранений, сырости, холода и голода. Весь котел был завален телами. Можно ли воссоздать такой ад? Если мы говорим про тому, как к этому мы всем пришли, это на самом деле сложная и не очень простая история. Я не могу сказать, что в какой-то момент меня ударило, и вот давайте заниматься, давайте изучать эту историю. Я помню, что в достаточно молодом возрасте мне было, в принципе, глобально, ну, так, менее интересно о том, что происходило, какая история, все остальное. Где-то на уровне конца начальной школы, начала средней школы, я уже не помню, что случилось, но произошло определенное изменение, я начал много читать про военную историю. Начал ходить по военным музеям, начал читать воспоминания, начал собирать какие-то небольшие свои еще детские коллекции каких-то артефактов, связанных с войной. Какое-то время помогал в Музее обороны и блокады Ленинграда в качестве, так сказать, нештатного сотрудника. Очень часто много туда ходил. Очень много лет хотел попасть в поисковое движение, будучи еще молодым. Но все как-то не складывалось, потом сложилось. И потом, собственно говоря, из поискового движения я пришел в реконструкцию. Потому что в какой-то момент, когда ты очень долго работаешь в лесах, видишь вот эту всю неприкрытую правду, появляется желание у многих моих товарищей, которые тоже занимаются поисковым движением, ну, попробовать хотя бы на доли секунды погрузиться в эту атмосферу. Потому что, конечно, вот эта живая история, которую ты видишь в лесах, которая не скучные учебники, даже не воспоминания, не фотографии, а вот эти вот реалии войны ужасные,
они тебе с одной стороны пугают, с другой стороны дают возможность понять всю ту дорогую цену, которую заплатил наш народ за победу в той войне. Павел Желтов и его товарищи занимаются реконструкцией нескольких трагических сражений битвы за Ленинград. На низком пятачке в Гатчинском районе Псковской области и на болотах за Лесным Бором. Пятая реконструкция боя второй ударной собрала около 700 участников. А с немецкой стороны много народу желающего поучаствовать? Ну, как правило, те, кто одеваются в немецкую форму, у них также есть комплект советской формы, то есть в зависимости от боя, то есть у них есть выбор, как бы они могут выйти на одну сторону или на другую, то есть это, как сказать, именно история костюма, история вот самого взаимодействия. То есть это форма меняется, да, а содержание человека не меняется. Нет. Ага. Это они просто роль свою. Да, играют. Это как театр. Всего. Это, по сути, театр с пиротехникой. Ну, как красивое кино. А вам никогда не хотелось примерить на себя гимнастерку какую-то? Тоже? Я, как сказать, я не гимнастерку примеряла в прошлом году немецкую форму. И как она? Ну, с одной стороны, как-то не очень приятно. Ну, то есть... Ну, с другой стороны, в принципе, если считать это театром, то достаточно, как любая другая роль. Основная роль Маши – подготовка технической стороны события. За неделю до реконструкции она вместе со своими товарищами начинает заниматься площадкой и декорациями опен-эйр. Главный режиссер и идеолог театра военных действий – Павел Желтов. Если мы говорим про военно-историческое движение, про реконструкторское, тут уже идет двойная ситуация. С одной стороны, ты пытаешься получить какие-то личные эмоции, поняв, что это такое было и почему надо беречь мир. С другой стороны, ты через свой опыт пытаешься показать другим, в первую очередь подрастающему поколению, даже те, кто уже моложе нас, которые еще дальше от всей этой ситуации. Если мы хотя бы знали ветеранов, общались с ними и имеем возможность получить информацию из первоисточников, то, к сожалению, те, кто приходит нам на смену, более молодое поколение, они лишены уже этой возможности. Мы не считаем себя проповедниками и истиной в последней инстанции, но, опять же, мы видим, что у нас наше сейчас общество очень требует большой визуализации и интерактивности. Если твоя картинка – это только текст, к сожалению, в современных реалиях это никто не будет читать, смотреть и все остальное. До массового аудитории мы не дойдем. Поэтому через визуализацию образов, через то, что можно вот это все потрогать, посмотреть, пощупать, пообщаться, увидеть своими глазами, мы рассказываем в том числе и про отечественную историю. В учебниках отечественной истории по большей части описываются наши военные удачи. И реконструкция забытых событий – это попытка восстановить историческую справедливость. Попытка рассказать о войне честно, без парадного победного глянца. Попытка приблизиться к той правде, о которой молчали даже ветераны. Илья, можно провокационный вопрос задам? Вот вы во второй ударной, да, апрель, допустим. Да. Ну, уже голод там, и ранения, и боеприпасов нет. И у вас выбор – плен или умереть? Вы знаете, это очень провокационный вопрос, и надо, наверное, все-таки действительно хлебнуть лихо, чтобы понимать, да? Я вам сейчас однозначно бы никогда бы на него не ответил. Невозможно сейчас вот, сидя под мирным небом, да, рассуждать, как бы поступил кто-то из нас, да? Надо действительно как-то... Нет, это очень сложный вопрос, и я думаю, что нельзя однозначно на него ответить. Мне кажется, это как-то у каждого человека лежит в подсознании. Когда он попадает в такую ситуацию, если у него открывается второе дыхание, там какая-то сила, какое-то чувство к жизни, да, что он еще может сопротивляться, то, конечно же, он не сдастся, да. Если человек обречен и у него полное опустошение, то, скорее всего, он может совершить этот поступок и сдаться в плен. Но он делает это не из каких-то там побуждений, да, ему просто хочется выжить, вот, любым способом, да, и он видит то, что ему нереально будет выжить в ситуации, да, когда уже, ну, выхода нету, да, и, наверное, он идет сдаваться, да, но сейчас про это рассуждать уже бессмысленно, я считаю. Отечественной войне. Вечная память тем, кто с нее вернулся. Реконструкция трагедии второй ударной – это спектакль, который заканчивается не аплодисментами благодарной публики, а общей минутой молчания. Это не драматургический ход, это ритуал в память о сотне тысяч погибших в долине смерти. Вечная память павшим за свободу.
независимость нашей Родины. Объявляется минута молчания. Мы очень надеемся, что кто-то все-таки поймет, что война – это очень плохо. И, возможно, кто-то из подрастающего поколения когда-нибудь сделает так, чтобы войн не было.